Слушай, Тиранус, а ты не видел этого моего Змеюстуса? Ты говоришь про кого? Про этого лорда Снайка? Да, он самый. Нет, извините, мисс, я его не видел. И, ну, последний раз мы его видели вон в том ущелье. Все, что я вижу, это гигантского мегалодона, которого вы зачем-то поймали. Но там, за этим мегалодоном, есть ущелье. Отойдите, пожалуйста, я хочу Хоскинса на пару слов. Хорошо. Хоскинс, сука, извини, конечно, за мат. Но ты охерел? Какого черта ты говоришь? Где? Куда он пошел? Ты знаешь, как она сейчас истерить будет? Тиранус, я же не знал. Сэр, ну, блин. Молчи в трубочку. Ладно, ладно. Ну, все, можете заходить. Вот, ну, если его найдете, то скажите, пожалуйста, я буду с удовольствием его увидеть. Надо ему по шапке надавать за то, что он ушел в это дебильное ущелье. Вот, видите, сэр, она не истерила. Может, потому что она не поверила нам. Или только потому, что не сильно волновалась за него. А представь, какие у них хорошие отношения были бы. Так у них сейчас хорошие отношения. Но сейчас... Неважно. Я пошел. Эх, Элли, не верится, что мы с тобой застряли тут. Мышаня, не надо так сильно волноваться. Мы отсюда выберемся как-нибудь. Да, конечно, я прямо за тебя так и поверила. Опаньки, это кто тут на нашей территории, а? Опять вы, что вам надо, крысы подземные? Уходите отсюда. Нет, это наша территория. Не трогай меня! Не трогай, я тебе сказала! Я могу сгибать свой хвост сколько захочу. Не трогай меня! Ай, черт! А теперь займусь тобой. Ну что, как тебе? Нравится твой новый аттракцион под названием «Сжималки»? А ну-ка, уйди отсюда! Уйди! Получай! Мышоня, ты что, совсем охренела? Заткнись, червяк! Я сказал, пошла отсюда. Вон! Элли, ты как? С тобой все в порядке, ты просто в отключке. Ладно. Что за? Господи. Что здесь опять у вас случилось? Хоскинс? Что ты с ней сделал? Она не знает, она просто прилетела меня. Не говори глупостей. Что ты опять врешь? Да правда, она прилетела с той стороны. Говоришь, стой. Теперь все понятно. Это же наши друзья. Ну ничего, скоро они поплатятся за то, что сделали. А что они сделали? За то, что они кинули беззащитную змеюстку и спрятали просто куда-то этого лорда Снейка. Но он же сам туда полез. Да, но это они открыли это ущелье. Именно они. Не мы. Мы о этом ущелье знали. Но не открывали, потому что оно опасное. Так вот почему его не открывали. Хоскинс, не тупи. Ладно, все, я пошел. Стоять на аванпост живо. Ладно. Господи, только отвязаться хотел. Отвязаться? Ты тут не школьник, чтобы отвязываться. Потом тебя вызову. Я что, лифт, чтобы меня вызывать? Да я пошутил.